скелет. Рипер-то ладно. Рипер меня стрелять не может. Стрел у меня еще много. Упс, упс. Это так весело, когда нет скелетов. О, зомбак вообще от души, он от него стрела отскочила. Упс. Ой-ой-ой. Так, тут кто-нибудь есть? Да, тут крипер есть. Даже спаунер криперов. Так, съем хлебушек. У меня столько еды. Так, тут что у нас? Тут от этого спаунера все спаунятся, да? Ок. Больше не будут спауниться. О, давай. Ой, ты-то откуда? Так, у меня броня сломалась, я это просто чувствую, да. Но пока что я с этим ничего не могу сделать, потому что у меня нет верстака. Но это тоже скоро будет исправлено. Блин, я тут просто... Оу. Нет еды на хотбаре, это... Не есть хорошо. А, прям в лоб попал мне. Прям... Мне так веселее проходить данжи. Без туннельчика, без всего. Просто тупо напрямую в них заходить. И освещать все, убивать всех мобов. Это и для видео куда интереснее. На самом деле. Так, я, похоже, все светило, осталась только одна комнатка с лазуритом. А хотя нет, там вроде еще какие-то маленькие комнатки пустые есть. Или нет. Вот тут спаунер. Да, больше ничего нет, кроме той комнатки с лазуритом и горящим адским каменем. Так, тут все светит. Тут, правда, и так все неплохо освещено. Ага, все, броня у меня уж полностью сломалась. Вот, доски есть. Это-то я и хотел. Так, броню делаем. Так, ну-ка, что там еще, что мне может понадобиться? Да вроде как ничего, он только если блоки еще немножко, да. Все лишнее я, пожалуй, там ставлю. А, кровать, кстати, да. Огонь, уйди отсюда. Сюда кровать поставить. Спать я пока не могу, это тоже я уберу. Выровняю все. Как уж без этого-то, как уж тут все не выровнять. Вот, факелы симметрично. Так, это не надо сюда. Тут даже комната несимметричная. Экс. Зачем так делаешь? Возьму верстак, почему бы нет? Пригодится. Так, теперь мне надо перейти вниз. И там достаточно много мобов.
Потому что здесь есть фанбокс в одной из комнаток. Вау, зомби! Скелет. Крипер, нафиг ты сюда встал? Хотел скелета убить. А, ну он же был в комнате два блока высотой, так что он все равно бы ничего бы не сделал. Так, вы пока оставайтесь там, я пойду в ту сторону. Весело. Я вижу. Фанбокс, конечно, это потруднее, чем просто натуральный спаун или там по одному спаунеру. Возможно, что без туннельчиков мне тут реально не обойтись. Хотя... Ай. Вот так вот я могу сделать. И не париться ни о чем. Угу. Пауки! Ну чё, откуда? Откуда вы тут? Ту комнатку я освещу в самом конце. Ладно, скелет там куда-то смотался. Ага, вот он. Хватит по потолку лазить уже. Уф, разумеется. Ну, кто бы сомневался. О, алмазная лопата. Неплохо. Да, скелеты в комнатах высотой 2 блока это совершенно бессмысленная штука, потому что они там не могут в этой версии стрелять из-за какого-то бага. Пауки могут меня достать даже таким непонятным образом. Окей. Иди сюда. Кис-кис, скелет. Все. Эта комнатка обезврежена. Зажигалка, то есть огнево. Ну ладно, пофиг. Сюда. Тут мобов нету, это хорошо. Тут еще одна дыра вниз. На последний, самый нижний уровень. И... У нас осталась только вот эта комната с фанбоксом. Самое веселье. Я боюсь, что там произойдет. Могут скелеты попасть друг другу в криперы. И произойдет беда. Не, ну да, лучше. Вот так вот. Крипера не бомбите. Воу! Ни хрена их там. Это вот весело, это весело, вот это весело. Только когда они меня уже... Когда они начинают меня уж попадать, это уже не совсем весело становится. Ой, их там, походу, уже очень мало осталось.
Ха-ха-ха! Успех! Успех! Вот это мастерство! О, это было весело! Я не копал никакие туннельчики, я просто напрямую атаковал успешно фанбокс. Это классно. Сейчас мне надо сделать то же самое с последней комнатой, в которой находится шерсть. Это, конечно, будет потруднее. Я что-то мне лень ломать все спаунеры из фанбокса, все равно там я все светил. Там никакой опасности нет, что кто-нибудь там появится и взорвется. Так что смысл? Вот, надо копать туннель вот сюда. Не надеяться на то, что все пойдет так же. Экранная порода, окей. Надеюсь, что пойдет все так же хорошо, как и пошло сейчас. Конечно, открытая порода немного все неудобным делает. Криперы даже из лука не будут отстреливать. Скорее всего, стоило. Окей. Так, у меня сломались ботинки. Так, ну ладно, здесь я более-менее в безопасности. Но чтобы быть полностью в безопасности, я сделаю вот так. Потом поставлю верстачок, сделаю все ботиночки. Так, похоже, и штаны, и нагрудник тоже на всякий случай сделаю, потому что они у меня уже почти сломались. Как-то я очень все это неловко почему-то делаю. А тут нельзя одевать броню правой кнопкой мыши, как это в новых версиях можно делать. Так, пауки, пауки, во. Хорошие пауки. Одна из кирок сломалась, у меня их еще много, это не проблема. Вот это вот очень удобная такая вот штука, вот так вот делать. О, скелетик. Прям в рожу. Штаны сломались. О, зомби, давай, замочи его, зомби, зомби, давай. Чувак. Ну тут я не уверен, как это все так хорошо получится, потому что спаунеры не все в одном месте. Тут есть фанбокс, есть еще спаунеры просто отдельно, потому что это будет потруднее. Тут очень. Тут не маленькая такая ровная комната. Тут все достаточно так. Там даже лава есть внизу. И тут есть сундук, который если взорвется, то мне просто все будет конец. Поэтому не знаю, как я это сделаю. Длинная порода, конечно. Да, тут это мне вряд ли удастся так сделать, так что. Потому что там спаунеры все еще далеко, поэтому мне придется все-таки делать туннельчик. И убивать спаунера снизу. Что сейчас я быстренько, наверное, как-то все буду ускорять или вырезать до тех моментов, когда я буду находить сами спаунеры. И когда все будет прикольно, я продолжу. О! Вот так вот.
тактику я уже пробовал, когда мы с Андреем проходили. Да вы чё офигели? Зомбаки тут лезут, да лезут. Мне вообще-то удобнее, когда блоки у меня вот здесь. Блок вот здесь. Я не знаю, почему это я... Это после террарии, я так привык. Что у меня 6 всегда блоки. Правда, у меня там факела, блин, на 0. Тут 0 нет, всего 9 слотов. Так что... Ну, короче, плевать. Так, я еще далеко, да? Да. Так. Так. О, вот прикольно получается. Разумеется, тут же свалился зомби. И не один. Сейчас я уже буду... Сейчас будет опаснее, потому что я буду прокапывать прям к фанбоксу. Так что надо все будет сейчас освещать очень интенсивно и быть очень аккуратным. Потому что там могут быть криперы. Точнее, там есть. Потому что это... Вот! Вот он самый фанбоксик наш любимый. Прощайте, спаунеры. Копаем дальше. Фанбокс сломан, теперь осталось еще два обычных спаунера и все. И потом убить всех оставшихся мобов. И эта комната будет безопасна. Чтобы пройти, поставить факелы и забрать шерсть. Конечно, я мог бы туда тупо забежать и ставить факел, тогда бы я, скорее всего, умер, но умирать мне совсем не хочется. Так что я готов выжить любой ценой. Ой, я, походу, слишком далеко. Да. Вот. Спаунер. Если я случайно сейчас сломал блок, который у меня над головой, это просто был бы конец. Потому что на меня тут уже свалилось бы дофига мобов. И они бы все... Опа. Еще одна кирка. О, у меня нагрудник наконец-то тоже сломался. Все. Все новые брони экипированы. Шлем уже тоже больше, чем наполовину мертвый. Ну да, это кожаная броня. Скорее бы у меня железная была. Это просто будет... Последний стак факелов, но еще я как раз даже уже допрошел, можно сказать. Потом можно будет заходить на базу и сделать еще факелов. Думаю, мне на Forlorn Rest еще хватит и на всякие рандомные сундуки в пустыне. О, офигеть! Мне так везет. Я прям на них натыкаюсь. Так. Разумеется, зомби. Сейчас я обратно сделал туннельчик сюда, куда... Где вход. По крайней мере, я постараюсь это сделать. Ну да, я в любом случае наткнусь на тот туннель, который у меня уже был. Так что да. Да, вот он так. Вау, кондуты. Вечеринка, веселье, безудержное веселье, как я вас понимаю. У меня такое тоже постоянно бывает. Просто такое веселье, что просто плакать охота. Ну да нет, на самом деле. Так, вас тут всех надо отбивать. Вау! Мне походу надо снова такие делать прикольненькие повторы в замедленном действии. А, так вон же еще спаунер. А, как я такой... Как я это не заметил? Да? Даже блоки прямо ставить не умею, оказывается.
Самое главное, не стреляйте в криперов, умоляю вас. Это просто будет... Вот, такая порода как раз... Или не как раз. Черт. Как раз там, где она, где мне ее совсем неохота видеть. О, красавчик. Вот если вот там их будете взрывать, далеко от меня, то я совсем не против. Так, мне надо новый шлем опять. Эти, может, спаунеры мне действительно удастся просто так уничтожить. Прямым подходом. О, паук, давай убей его. А ну... Мне-то зачем стрелять, если ничего не сделал? Ну, всего лишь стрелял тебе в рожу пару раз. Да ладно, с кем не бывает. А, тут тоже такое окошечко сделал, это удобно. Делаю так вот пошире, чтобы еще удобнее было. Там криперов вроде уже не осталось, потому что это вроде... А, нет, остался один. Потому что это, кажется, были спаунеры не криперов. Может мне попробовать уже отсюда высунуться чуть-чуть? Или не стоит? Или там все-таки есть криперы? Нет, это пауки, а там кто? Там я не вижу кто. Да, там это отсюда никак это не увидишь. Мри ты уже. Да, там походу по-любому есть криперы. Хотя, чё я туплю, я же могу, наверное, оттуда вниз прокопать из своего туннельчика. Офигенного. Вот так вот. Хотя там, конечно, эти... там... обсидиан. А хотя, может, я смогу сзади фанбокса прокопать. Да, именно вот здесь вот. Тут тоже обсидиан, да? Ты что, все пересмотрел? Ты думаешь, ты сможешь сделать так, чтобы я делал все так, как ты пишешь? Наивный. Или все-таки... Мне это уже не очень нравится, честно говоря. А, ну хотя нет, все достаточно неплохо. А, нет. Ладно, хочешь, вот так вот сделаю. Я думаю, мне стоит вот так сделать, потому что они там все бомбанули. По-любому, там мой проход уже теперь полностью открыт для них, для всех. Откуда? Меня он там стреляет. Так, кто там? Скелеты, скелеты и скелеты. А, то есть реально все криперы, это уже оставшиеся просто. Броня. Так, чё? Ага, штаны и ботинки. Как раз хватило. С этими скелетами мне надо что-то сделать. Все остальных надо как-то убить, потому что они реально, они уже не должны спауниться. О, скелеты. Но скелеты это ужасно. Я ненавижу скелетов. Откуда там столько других мобов?
Я сюда в свое время много побаиваюсь идти. Или тут все норм? А, тут обсидиан, да, тут все норм. Ладно. Значит, все норм, хорошо. Надо вернуться сюда. О, пауки! Полегче. Да, друг друга вот убивайте, это очень мне приятно будет, если вы это будете делать. Вот бесит меня, что вот вы там все время застреваете. Я вот, честно говоря, не знаю, что сейчас с вами здесь делать. Может, реально пробовать еще раз с потолка к вам пробраться, если вы не против. Похоже, что против. Окей. Там вроде все освещено. Более-менее. Хотя... Может, я просто снизу поставлю там факелов? Может, как-нибудь к ним смогу вот отсюда прокопать? Поставить куда-нибудь факелов вот сюда или вот сюда. Тут, я думаю, они уже должны спауниться, если не вообще перестать, но по крайней мере очень мало должны спауниться. Достали вы меня. Сейчас я закрою, мне это место пугает. Несмотря на то, что это мой собственный туннельчик. Они все равно спаунятся с бешеной скоростью. Я просто... у меня брони уже почти нет, и еды у меня не осталось. Почему так тупо все получается? Я прям вижу, как они там спаунятся. Вот прямо перед этим спаунером. Блин. Стоп, откуда там... А, вот что тут пауков спаунер, да. Их вроде мало, может мне реально как-нибудь... Ой, ага, мало, нифига себе, их тут мало. О, давайте. Деритесь. Я пока вас тут... Я должен реально идти обратно, и чтобы у меня были новые вещи, но... Блин, я так близок. Нет, нет, я пойду обратно. Я не хочу умирать, так что увидимся здесь. Ладно. Скелет. Ой. Ну, криперы вы уже такие, Ой-ой-ой. Офигеть, как так? У меня уже сломалось? Это говно? А... Ничего не понял. Уже эта броня такая сломанная? Это что-то вообще непонятно. Как меня бесит скелет, я просто их так ненавижу. Ты охренел там стоять еще.
Сначала опять пойду в туннельчик, попробую оттуда их еще немного поосвещать. А, ну тут они вообще могут меня спокойно так просто тупо фигачить. Эти факелы хотя бы до тут достают. Да, это уже хорошо. Так, ладно. Тут я сделал так, чтобы я хотя бы мог сюда залезать. Вот так вот. Так, что теперь? Так, там еще скелеты ведь есть, да? Охреневший. Они еще тут есть, не последний был. Естественно. И еще есть, я их слышу. Тут везде все обсидиан? Это я уже за пределами комнаты или что? Или нет, или я... Это, наверное, я уже буду под комнатой сейчас. Уф, они все еще спаунятся, я слышу. То, что я тут смог зайти, это очень радует. Возможно, это означает даже победу почти. Тебя-то я не боюсь. Вот, ха-ха-ха, да. Теперь это точно победа. Даже не буду их ломать, потому что мне лень. Просто возьму лаймовую шерсть и свалю отсюда. Ох, это было жестко. Мне опять сломался шлем, пожалуй. Быстренько так, чтобы его сделаю. Сломаю верстак. В очередной раз. И пойду отсюда. Все. Потом еще там возьму оставшуюся шерсть. Ну, потом уже, когда буду не снимать, всю оставшуюся шерсть возьму. Чтобы она у меня вся была в сундуке. И весь лут из сундуков, которые здесь находятся. Так, а сейчас я направлюсь в начале всякие рандомные сундучки и все такое, которые находятся на West Commons. Просто там есть один такой алтарь небольшой. Так, я возьму кровать, пожалуй, и она у меня там стоит так до сих пор. Передвину ее куда-нибудь, где будет поудобнее. Сейчас ночь? Нет, это хорошо.